В Новгородской области сегодня зафиксирован минимальный 16 ноября прошлого года суточный прирост количества заболевших коронавирусом. Со вчерашнего дня инфекция подтвердилась у 160 жителей региона. Новые случаи сегодня отмечены всего в 8 муниципалитетах. В 6 из них заболевших за сутки больше 10. Лидер – традиционный областной центр. Еще 57 жителей Великого Новгорода получили положительные результаты тестов на коронавирус. На втором месте – Боровичский район, где инфицирование подтвердилось у 39 человек. На третьем – Акуловский и плюс 16 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Новгородской области заразились 23 742 человека. 2794 из них уже полностью выздоровели. За сутки были выписаны еще 365 жителей региона. 110 человек за весь период борьбы с вирусом скончались от COVID-19.